Привет! Это канал «Письма со всего мира». Только я жаловалась на то, что из США мне ничего не приходит, как неожиданный сюрприз. Письмо было отправлено, судя по штемпелю, из США 13 апреля. Марочка моя, конверт тоже мой. И пришло оно мне 3 мая. Вот. И повторюсь. До сих пор я не могу отправлять письма в США. То есть, как оно пришло, мне вообще непонятно. Потому что если стоит запрет на то, чтобы отправить письмо, то и получить тоже сложно. Но я не знаю, как оно дошло. Хотя на сайте нашей белорусской почты пишут, что они изыскивают способы там как-то перенаправить корреспонденцию и так далее. Может быть, они морем получили это, а потом через Россию там всю эту почту как-то в Беларусь перенаправляют. Но не знаю. Для меня загадка, но, честно говоря, я рада хоть этому письму. И актриса там действительно классная, судя по ответам. Да, я жаловалась на то, что я должна была от нее получить, и в результате я, ну, грустила, что я не получу, но, как видите, это письмо пришло. Давайте, длинный конверт, сомневаюсь, что откроется нормально, но мы попробуем. Слушайте, первый раз такое. Так. Прям в предвкушении. О да. О да. Ну, узнали актрису. Зовут Тесса Томпсон. Вот где она снималась. Это флаер мой из Тора Рагнарока. Рагнарёк. И положила вот такую распечатанную на принтере фотографию, потому что Тессе я отправляла 2 раза письмо на съемки и вот в одно из агентств. И вы знаете, она хорошо отвечает с домашнего. То есть вот все письма, которые сейчас от нее шли на время карантина, они шли с домашнего адреса. Она забрала всю почту, фан-почту из агентства и отправляла с домашнего. Домашний адрес я, кстати, тоже видела в частной на своей группе. И я хотела отправить, потому что я не надеялась, что мне придет из агентства, но так как доступ в США перекрыт, я поняла, что, ну, попридержу отправление. И тут неожиданно, в общем, получила Саша, ну и говорит, вот, скорее всего, тебе придет. Я говорю, да, конечно, учитывая, что все пути перекрыты мне из США, конечно, я получу. И тут, блин, просто вот только я жаловалась, да, и она приходит. Потому что в последнее время мне приходили письма из Великобритании. И ни одного из США. Она написала для Юлии. Феи. Сильный. И вот такая вот подпись. Это, кстати, фраза из моего письма. Она прочитала письмо. Круто. Ну, а здесь она поставила просто подпись. Флаер был гораздо длиннее. И я обрезала, и, в принципе, ничего не поменялось. Здесь даже не заметишь, что флаер был обрезан. У нас была возможность взять автограф Тессы, когда она приезжала на премьеру фильма в Россию «Люди в черном International». Но тогда нам взяли автограф только Криса, а вот Тессу не получилось. И, собственно, мы тогда немножко расстроились, но она хорошо, повторюсь, она хорошо отвечала аж с 2 агентств. Но не мне. Я долго ждала вот лично это письмо, потому что отправляла, может, 1 или 1.5 года назад. То есть я смотрю, что те, кто отправлял раньше, получили гораздо раньше. Фу.
запыхалась аж как с вами, рассуждая на эту тему. Ну, конечно же, Тор Рагнарёк, Леди и Бродяга недавно. Она озвучивала Леди. Мстители финал, конечно, Валькирия. Тор, будущий Любовь и Гром. Крид 2 тоже она снималась. Так что актриса сейчас активно снимается. Она востребована очень. И я рада, что пока что она отвечает. К сожалению, я посмотрела на платном. Почему-то эти два агентства, с которых она отвечала, сейчас уже недействительны. Но я бы, честно говоря, попробовала написать ей туда, потому что, возможно, будут еще ответы. РТСов не было, поэтому, ну, сложно сказать. Так, обратные расходы я и оплатила. 100% моя марка, я помню эту марку. Ну и вот-вот. Такой автограф Тессы. Была одна вот такая напечатанная фотография, и я решила положить флаер. Конечно, на съемки я отправляла нормальные фотографии, то есть из салона. Но, честно говоря, я даже очень рада, потому что здесь ничего не стирается, хорошая поверхность, и флаер тоже отлично, просто посмотрите. Все видно, где она снималась, вот она. Вот, пожалуйста. Отличный ответ. Я очень рада, очень. Порадовала меня Тесса. Ну, думаю, я уже все рассказала в этом видео. Задавайте вопросы в комментариях. Вот. С радостью буду на все отвечать. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на группу, на канал. Пока!